В селе Ажибайкасталовского района сдали в эксплуатацию новую спортивную площадку. Строительство поля для мини-футбола на собственные средства осуществил местный житель, предприниматель Абзал Насиулаулы. Выходец района считает этот подарок селу своим сыновьим долгом перед малой родиной. Новая спортивная площадка стала украшением села. Вся прилегающая к ней территория тоже благоустроена. Для зрителей и болельщиков здесь есть скамейки, а для вечерних пробежек и тренировок установлено освещение. Стоимость проекта 13 миллионов тенге. Это личные средства бизнесмена. Он считает, что такие благие дела для своего поселка – долг каждого жителя для всеобщего процветания и роста. Где бы мы ни были, родное село всегда в сердце, и хочется хоть малую долю участия проявить к ее росту и развитию. И каждое наше доброе дело – это долг перед малой родиной. Здесь мы выросли, стали на ноги, многому научились. Как правило, великие мастера профессии выходят из таких небольших сел. Ажибайцы уверены, что новые условия способствуют воспитанию таких же сильнейших спортсменов, которые смогут прославить не только их район и область, но и весь Казахстан. Выступившие на торжественном открытии площадки выразили слова благодарности спонсору и дали напутствие молодым. Теперь и у них в селе есть все возможности вести здоровый образ жизни и с комфортом укреплять организм. Мы рады видеть, как наши земляки добились успехов и могут себе позволить делать такие добрые дела. 2 года назад один наш земляк построил в поселке фельдшерско-акушерский пункт, очень нужный для села. Теперь еще одна радость. Пусть таких хороших новостей у нас будет больше. В первый же день на новой площадке прошли соревнования. Свои силы и сноровку показали подростки со всех сельских округов. Алмагуль Джимпиесова, Асылбек Байгазиев, Айдус Кисимов, телеканал Акжайк.